11 марта в Некрасовском прошли областные соревнования старшеклассников «На старт». Эти необычные зимние игры проводятся в нашем районе уже несколько лет, и они всегда собирают большое количество участников из разных уголков нашей области, от Переславля до Пошехонья. Как отдыхает молодежь, узнаем из следующего сюжета. В течение всего года активисты из детских и подростковых общественных объединений нашей области встречаются на творческих, интеллектуальных или спортивных площадках. На старт еще один повод весело и по-спортивному провести свободное время. В этом году в соревнованиях приняли участие 12 команд, в том числе 3 некрасовских. Это победители прошлогодних стартов «Некрасовские валенки», команда старшеклассников «Дети Мороза» и дебютанты игр семиклассники Некрасовской средней школы, не побоявшиеся бросить вызов старшим и очень опытным соперникам. Программа дня по сравнению с прошлым годом заметно разрослась. Это 11 видов соревнований, в числе которых полюбившаяся многим ярославская лапта. Традиционная русская игра с довольно сложными правилами, которую, тем не менее, успешно осваивают наши ребята. Ловкость и меткость участников проверяли и в другой замечательной русской игре – городках. И в этом виде лучше всех выступали наши некрасовские валенки. В числе неизменных фаворитов – некрасовцы и спортивно-туристической эстафете. Здесь мы традиционно лучше всех. Для команд старшеклассников было организовано также несколько других видов юмористических и прочих нестандартных спортивных состязаний. Организаторами игр «На старт» выступают областной департамент по делам молодежи, физкультуре и спорту, комитет по делам молодежи администрации Некрасовского района и молодежный центр «Импульс». В судейских бригадах на отдельных этапах соревнований работают волонтеры из областного союза студентов Ярославля. Победитель соревнований определяется по сумме набранных очков. В каждом виде их можно набрать максимум 10. Наша команда «Некрасовские валенки» стала в итоге второй, пропустив вперед лишь ярославцев из 58-й школы. На третьем месте также оказались ярославцы. А вот специальный приз организаторов в номинации «За волю к победе» получила команда некрасовских юниоров «Сирена».